тебя, меня, всех вокруг. То есть мы создаем вокруг себя пространство, в нем живем, формируем пространство, пространство формирует нас. Пространство живое, мы его наполняем. Это то, что мы наполняем и чем сами наполняемся. Дело в том, что ваше желание, ну, оно и предполагает, оно и предлагает. То есть извне мне не нужно вам что-то предлагать больше, чем вы хотите. Это вы, это ваше пространство, где вы живете и где вы будете жить, где вы хотите жить. И это и есть определяющее все, все, что нужно вашему пространству и вам в нем. С моей стороны, получается, я просто помогаю высветить ваше желание, чтобы оно было более осознаваемым и принимаемым. Я не соединяю одно с другим. То есть взаимосвязь внутреннего мира с внешним миром, она очевидна. То есть, и я дарю это ощущение вам, тебе, себе. То есть, оно изначально соединимо, если вы это не разделяете. Ну, то есть, если вы не следуете каким-то другим ориентирам, например, моды, например, стереотипов, например, какой-то стратегии. Очень много людей боятся пространства, даже подойти к стройке пространства. У многих людей ощущение, что это сложно, что это невозможно, что это так ай-яй-яй. А там нету этого ай-яй-яй. Я тот человек, который с этими ай-яй-яй со всеми уже встретился. И обнаружил, что их нет. Действительно, когда ты просто наполняешься, следуешь, ты очень чутко чувствуешь все нюансы атмосферы, которую ты хочешь передать. Само пространство тебе помогает. И с материалами, и с теми людьми, которые именно смогут своими руками и именно тем отношением к вашему пространству с заботой, какой вы хотите передать. Ваше участие в пространстве, оно не может быть пассивным. Что, по сути, вот именно ваше желание, вот ваше намерение, четкое намерение, оно и рулит. И да, я позиционирую сейчас как человек, который имеет большой строительный опыт, дизайнерский опыт, проектный опыт. И я хочу отметить, что я работала с разными людьми в разных культурных условиях, разных социальных условиях, финансовых условий, идейных, чувственных. При этом... Что действительно объединяло пространство, это хозяин. То есть вы как хозяин пространства, все какие-либо ваши страхи, они все выявятся. Какие-либо, наоборот, желания, они тоже проявятся неожиданно. То есть насколько они могут умом еще не наблюдаться, то есть не прояснены для вас, но... Достаточно вот ваша любовь к своему пространству, достаточно просто обратить ее не просто к своей квартире, дому, комнате, не просто как что-то мертвое, которое нужно заполнить какими-то объектами и предметами, тоже мертвыми, и в этом во всем жить. Я хочу вас настроить, чтобы вы убрали это. Вам это не нужно. Оставьте просто, вот у вас есть пространство, есть вы, есть ваше желание и ваша любовь, и ваша энергия. И вот это основное составляющее, какой человек первым придет. То есть кто вам поможет, направит вашу энергию, направит процесс, поможет разобраться профессионально с материалами, с созданием практически функциональных систем коммуникации. А кто ты в этом процессе? Хороший вопрос. У меня такое ощущение, что я и есть сам процесс. И вот в какое намерение вы
можете пригласить меня, вот, таким проводником я и стану для вашего пространства.